Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам на библейский портал XGED пришел вопрос. Принимается ли исповедь без сокрушения и раскаяния? Ну, священник всегда принимает исповедь. Во-первых, священник кто такой, чтобы знать точно, есть ли сокрушение и раскаяние. А вот принимается ли она Богом, это большой вопрос. Но дело в том, что непосредственно завершение покаяния человека, которое происходит в таинстве у аналоя, не всегда может иметь именно в этот момент Глубокое чувство раскаяния и сокрушение сердечное. И это может быть завершение пути, который начинается в другом месте. Например, дома во время молитвы. Или после нем я осознаю, что я согрешил. И я каюсь к Богу. Это происходит в среду, например. И я, сердце мое сокрушено. Я признаю Господи, говорю, я грешен. Очисти меня от грехов моих, от беззакония моих, избавь меня. А на исповедь я могу подойти в субботу вечером во время всеночной. И тогда уже такого сокрушенного чувства быть, может быть, у меня нету. Но по вере, как завершение этого процесса, конечно, конечно, Господь принимает такую исповедь. Потом надо понимать, что сердце человека, его воля и его разум, вот эти составляющие личности, они не всегда трудятся вместе. Иногда, например, сердце наше а, не кается в грехе, оно глухо. Но мы знаем, что мы умом знаем, что мы нарушили заповедь, и что надо идти на исповедь. И мы молимся, мы просим прощения, мы идем на исповедь. Господь, видя, что моя личность пришла к нему с покаянием, надеюсь, что простит, даже если нет сокрушения. Потому что все-таки сердечное сокрушение – это очень во многом дар Божий. И а, тайна, наверное, в том, что сокрушение сердечное приходит тогда, когда сердце касается благодати. Вот чистота и святость Бога открывается пред сердцем, и сердце сокрушается в ужасе о себе, о том, каков я, какая это бездна. Поэтому вызвать это настоящее сокрушение своим усилием воли мы до конца не можем но мы можем принести, потрудиться и принести а, свое покаяние, может быть, даже сначала формально на исповедь, и верить, что Господь увидит это, прикоснется исцеляющей благодатью свою к нам, и сердце наше будет сокрушено. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.